1 мільйон дерев за одну добу у 100 країнах світу. Екологічна акція з висадки дерев відбулася цієї суботи. Дніпряни долучилися до світової спільноти. Дерева саджали одразу в декількох локаціях нашого міста. Це парки Новокадацький та Сагайдак, сквери імені Клюєва і героїв полку «Дніпро-1», вулиці Усенка і Тополіна. В основном мы посадили сливу. Очень красивая слива, она ни плоды не дает, но очень красивое цветение. Я сажаю деревья, чтобы в парке было красиво. Потому что тут очень много природы, и природа – это самое главное. Мы можем не только рубить деревья, да, но и сажать, что может быть хоть какую-то лепту вносить в улучшение экологической ситуации в нашем городе и в нашем регионе. Поэтому сегодня мы здесь.